Сегодня 12 июня, и Клин вместе со всей страной празднует День России. Напомню, что это один из самых молодых государственных праздников, который отмечается с 1992 года. В Клину праздничная программа началась с народных гуляний в Мадановском парке. Каждый может найти занятие на любой вкус, например, посмотреть работы на акции «Фотосушка». Также можно поменяться или просто взять любую понравившуюся книгу на книговороте или приобрести изделия прикладного творчества на выставке-продаже. Или просто насладиться природой Майдановского парка и концертом «Я живу в России». В программе «Народных гуляний» очень много всего интересного. Это концертная программа «Я живу в России». В ней участвуют любительские коллективы Клинского района. И конфетти из Пазаулка, и народный хореографический ансамбль «Экспромт», вокальный ансамбль «Малиновый звон» и много других исполнительских коллективов. Да, все такое сплоченное, все люди собрались в одном месте. Классно. Здесь поют отлично просто. И танцуют очень хорошо. Люди все такие веселые, радостные. Друг другу улыбаются. Раз в народе все улыбаются, ходят, значит, единение есть. По крайней мере, не грустные.